Фестиваль проводится среди городов-героев Великой Отечественной войны и городов воинской славы. Футбольные команды города и сельских округов с удовольствием приняли участие в первом этапе фестиваля. Состоялся митинг, посвященный 70-летию Победы. А после напутственных слов начальника управления по физической культуре и спорту Сергея Ткаченко стартовал массовый забег спортсменов от Театральной площади до стадиона «Спартак». На стадионе прошли футбольные матчи среди воспитанников детско-юношеских спортивных школ. Этот матч посвящен мероприятию Великой Отечественной войны и победы над фашистами. Мой дедушка прошел всю войну и был жив. Таким мероприятием юное поколение выразило признательность солдатам Великой Победы за их ратный труд. 6 футбольных команд будут бороться за выход во второй этап. Сильнейшая футбольная команда поедет в Крым. Турнир планируют сделать традиционным.